поймите, ДДР, ДД-хилтарки, от этой хуйни текать от дождиков, старательно ближе туда, к стенкам, и, блядь, где нету народа, вы же сами себя убиваете. Тыкните. Бля, так этого мага быстрее заберет, чем его отхилит. Да еще ждать, пока в Дискорд зайдет. Может, пусть даже не заходит. Я-то тип, ебать, первая карта. У меня еще монитор, блин. Шестая карта, ты что? Какая? Шестая карта у мага. А какая у мага? О, ты бать, сидит, бать, это, блядь, паладин по старту. Да, по старту. Ну, бич какой-то, да? Дон, походу. Вообще ни о чем. Да вы чё, можно с шестой катой? Просто нужно, чтобы он в ОС убил Сартариона. Если он не убил Сартариона, то его не впустит. Давайте, чёрт на пол, всё, все готовы, погнал в ДК. Давайте, от луж убегаем, за глубину давай, прячемся на выдохе. У нас сейчас есть Гера, так что давайте. Сейчас можно дать? Можешь, кстати, со мной стоять перед лицом, клип да, делить, давай, если хочешь. Давай. Как ребро, да? Ну, типа того. Давайте. Блять, нифига не. Не закон дотки обновлять. Вот, кидай. Споти, Честер, уйти. Арт спот побили рядом с собакой на той стороне, там две лужи. Воздушная фаза, в сторону выхода. Из луж не вышли, и поэтому умерли. Вот, отойдите рейнджем. Соберитесь. Прячемся за меткой, вон бомба первая появилась, видите, глыба. Прячемся глыба. За первой, за второй. Третья. Будет каст. Прячемся, Печенко, звезда. Сейчас да. По отношению к центру становимся за глыбой. Да, по отношению к хуйне падающей, я бы сказал. Вот. Ну, циферки. Одного незнания тактики. А у вас были лужи. Две лужи. Я прям вот стою, видел, как вы с той стороны сдохли в этих лужах. С ни шагу не сделал в сторону. Просто это типичная проблема РДДК. Хочется докастовать скилл. Да, да. Недорешающий. Угу. Глянь соб. И по педалям. Смит отъехался. А там как? Только увидел ран, парень. Пошел, ран. Видишь? Мелька, ну. Живите, блядь. Умру. Я в уже тут было. БР, дайте БР Мерку или второму танку. А, благодарю. Ка, забафайте, прячьтесь за бомбами. Забавно, бомбами, прячьтесь только. Сразу после, все прям. Да, после того, как сядет. Артфикс, ты в тучку что ли хочешь сесть или что? Какая тучка у ДЦ? Лампу держите. Сейчас отлетит. Лампу под... БР антит ГМТТМЧ, это второй танк. Кого есть БР? Да ладно, пусть останется, нам сейчас что-то 2,5 ляма залит. Так не 35, как в прошлый раз. Постараться, блядь, залить. Вдруг на тебя лучше снимет. Ну, если меня, еще ну, давайте, ладно, давайте, прожму. Давайте, там, да. Все, давай есть маг, прожимай там скилл свой. Так, есть рейс. Ну давай. Нормально. Во. Так, видим ключ. Ключ для доступа к героическому режиму. Мне это нужно. Персонально при получении вас можно вроде передать? Это его продать можно. Но персонально при получении. Да, вы можете на протяжении двух часов продать тому, кто с вами был.
Если заберу, я языка отдам. Триня вообще огонь. Я бы тоже отдал. Ну да, Триня ничего так на танк. Тресните, пожалуйста, всех, кто здесь упал, куда вы убежали. Нафиг надо, нафиг надо. Вот будет разыгрываться ключ, и кто же это победитель? Победителем оказался... Вот считан... Минус один, да? Ну вот, уже ключ, и ключ выиграл. Кто выиграл? Друид выиграл ключ. Короче, дерево выиграло какое-то. Деревяшка. Какое дерево? А деревяшка, первая пати. Пиджилери. Иллюзион. Что здесь особо... будем ачиву делать? Кто нас его... Какая ачива хотя бы убить? Ну тут босс как бы по сути дела ватный. А чё он не проходит-то? Как вы прошли-то? Мы чё, не влазим в эти дырки? Реон, ты слушаешь? Какие дырки? Ну вы как-то полазили, а мы не будем. Бегите обратно, так и дорого, он просто не прогрузилось. И обратно. Дайте ребаф. Ребаф, дайте. Да вы ставьте шкаф, сломайте нас. Это ты ворвался? Тут лампа не может пройти. Потом кто с нами стоит тут еще? Честно стоит. Я вижу. Лампа и паладин не может пройти, там еще бы несколько человек. Сумоним. Вот лампа, паладин, Честер и Роми не могут пройти. Это грешники. Да. Это как на бюджет, знаешь, ворота забагались и все, кто-то проезжает, кто стоит. Просто недостойные, чтобы бить лихо. Нас просто боятся пускать туда, потому что мы там разнесемся. Да. Выкиньте на сумон, Роми сумон. Не мог пройти реально. Сука, блядь. Еще жара, я танцируюсь. Так, давайте вкратце. Ну-ка выйти смогу, нет? Ага, тоже выйти не могу. Хорошо, что это лаз. Давайте баф обновляйте по тем, кто упал. Танков бафните. Давайте пока баф, я объясню вкратце. Смотрите, все дружно одновременно забегаем в центр вот этой комнаты, где кружок. Начинается 4 минуты веселья. Мы все стоим в центре, к нам в центр идут мобы. Мобы трех типов. Это скелеты. Скелеты. Они выбирают себе таргет цели и бегут к ней. Как только они до нее добегают, они взрываются, наносят урон всему рейду. У скелетов мало хп, поэтому их можно какой-нибудь ауешкой залить. Это раз. Во-вторых, это лоскутики, ну то бишь паджики, кому так удобней. Их просто заливаем, они подходят в центр, их просто милики заливают. Для РДД отдельная задача. К нам летят банши. РДД заливает баншей. Иначе банша долетает ближе к центру, читает касты, отталкивает всех в радиусе себя, далеко от себя. И так 4 минуты длится. Когда 4 минуты проходят, босс становится активным. В этот момент начинается все самое приятное. Я забираю босса. Все... Сколько у нас вообще миликов? В общем, надо срать. Смотрите, бьем босса. Босс использует 3 основных фигни. Первое. 4 милика. Это мана-бомба. Человек, на котором висит дебаф мана-бомбы, наносит урон союзникам в количестве нехватаемой у него маны. То бишь, допустим, если у Холи Паладина не будет 20к маны, он нанесет союзникам взрывом 20к маны. Ой, 20к урона. То есть набирает РДД между собой рейндж с хилами. Второй скилл. Как его? Kill to Z дает колодец душ. Это, то бишь, красное пятно на полу. Через 2 секунды колодец душ взрывается и ваншотает, поэтому из колодца нужно выбегать. И третье, самое противное, это ледяной гроб. Выбирается цель, и она замораживается с близстоящими союзниками. В этот момент есть 4 секунды, наносится урон по 25% максимального здоровья в секунду. В этот момент нужно, чтобы хил хотя бы раз захилил эту цель, чтобы ее не убило за этот гроб. По 26. Тем более. Значит, нужно точно захилить эту цель хотя бы немного. Там же касса сбивается вроде. Этот? Ледяной гроб нет, а вот ледяная... Что?
контролировать. Потом, когда у босса остается 25% здоровья, он призывает к себе на помощь двух жуков. В этот момент второй танк их забирает на себя и держит их в стороне. Заливать их АОЕ бесполезно, потому что они очень жирные, но они не дамажат очень больно. Поэтому просто 25% остается, мы тупо добиваем уже босса. Давайте просто было на 25% и все. Может, 4 жука. Пофигу. Если что, двоих заберу на себя еще. Бастард, кинь каску. У нас ушел Смит. Бастард, бафни каски. Так, что вы вообще давайте? Или что там, еще бафы все со своими бафами? Бастард, давай каску. Да каски сейчас надо, я в ладони поставлю. Тебе спасибо. Паладины, это как всегда у вас. Че, как всегда, Бастард ничего не бафал. У нас ушел Смит, и Бастард не знал, что ему бафать. Так что к нему претензий никаких. Это я ему сейчас только сказал, каски бафать. 17 за накельтузат. После убийства Калтузата все заходим, насадимся на его трон и делаем дружное селфи. А я кого держу? Жирных этих, да? Не, сейчас в центре просто кто подойдет к тебе ближе к какому танку, того и забираешь на себя. Скелетов ну, там не пытайся. Главное, ваншу не подпустить в мид и все. Если да. ванша заходит в мид, ты выходи и танчи ее там где-нибудь лучше, чем она в миду будет. Да, ну, это ладно. Она просто топнет. Она не подойдет. Все. Давайте все в метку становимся. Тут ачива есть, это замочить сколько-то лоскутиков, находясь в комнате. Толстых надо, там 20 или сколько штук, ну? 17, по-моему. Сейчас я посмотрю вам, сейчас, секунду. У нас немножко, блин, чуть-чуть бы нас побольше. Нет, а их знаешь, что можно делать? Их же можно не ждать, их можно же таунтить толстых. Да, но как я это проходил, эту тему, в итоге... Один из миликов оказался целью скелетов, и скелеты просто начали дружно взрываться, и еле-еле весь рейд прохилился. Бив как минимум 18 поганич. Поэтому давайте просто постоим там в центре. Давай на сегодня, я думаю, хватит уже ачив. Давай по ходу просто посмотрим, получится сделать. Все, все дружно, стой, сейчас забегает вар, все дружно к вару, и от него все вместе бежим. Раз, два, значит, три, побежали, сзади трошно нас агрится, когда появимся. 18 поганич нужно убить в комнате. Да, как минимум 18. Ну их реально там 200 тысяч. Ну вот, да, чего. Короче, большие, маг ты на баншах в первую очередь. Готов к РДД добавить. Три поганча. Считайте. Вот аккуратно кто может, их аккуратно прям по краю спульте. Но не всю комнату. Пулишь одного, а пулятся все три. Блять, сливается там моментом, там кошмет. У нас просто по целых 3 минуты можно голову так сливать. 6 штук. Разгоняйтесь так, я понимаю, что... Вот. Тихо, тихо. Мы всю комнату... Вот, вот скелетов, видите, заагрили. Скелеты посуицидились. Поэтому... Говорю, давайте просто постоим спокойно. Так вы, вот РДД, вы лейте всегда, вы толстых не трогаете, милики на толстых сидят, они толстым ничего там не сделают. Вы, главное, ваншу лейте и скелета, все, ваша цель. РДД, скелеты. Да. Не имейте лучше ДД, вы, блядь, тяжело вам без них. Все, вообще, ты комнату зажги. Та-дам-та-да-та. Бах-бах-бах-бах. Вар, красавчик. Нет, а почему они все-то агрятся? По три же хлеб. Ну, просто кто-то слишком близко подходит к ним. Они по три шли, а сейчас почему-то вся вообще комната вышла. Короче, нельзя выводить. Надо... Снимай быстро, уходи. Выходи из центра, иначе сейчас загоришь. Да, блядь, давайте без ачивы. Давайте без ачивы просто. Давай-давай, просто. И давайте вот так, у нас 3 минуты есть. Не надо прям загрев одну комнату побежал, агрить следующую. Слушайте, я думаю, можно сагрить под конец 3 штуки, потому что и так уже убили, сколько там, 5 штук было этих поганищ. Да, можно, так, просто пару я только 3 раза потом сделал, это уже 9 было, ты чё? Ну да, поэтому смысла а агрить вот нет. А вот 4-я вайб был. Угу. Еще я откинул от банча, когда в больших били, пришла. Так я говорю, РДД вы лейте, только вот ваши скелеты и все, а толстых милики разольют, вот там лить-то не... Скелеты банши.
О, ворота открыты, я теперь могу зайти. Пошел вон. Пошел вон. Иди отсюда. Пошел вон. Кого там, Лича прогоняешь? Пса. Ешьте рыбу. Да что, прошлогодняя рыба-то, да? Кухните дух стаи. А что, честно, не слышал? Он что, молчит там или что? Кто молчит? Да как? Честно. Не знаю. Так, что, все пробафались? Угу. Здесь. Че, робота Гея, готов трогать? Все готовы, погнали. И стоят, все хавают. Все, друлька загрел. РДЗ заливать прям скелетов, пока не... Вот почему... О, гадите, все идет. Это опять вайп. Заебись. Их-то малое можно залить, пока они добегают. Да вы шутите. Причем, блядь, маг и хант вполне будет достаточно. Вот, и лето там 15 тысяч, и что, не может никто РДД залить их, что ли? Или что, вы что творите? Быстрее, пока рыба не пропала. Быстрее за прошлогодний. Давайте все дружно забегать в комнату. Я не нажал, меня с кем-то закинул. Господи, очередь на телепортацию. Я представляю, в ЦОК 25-ки вайпнулись. Все подходят к порталу по одному человеку. 40 рил подходит к порталу. А что, если скелетов много, ну, пускай танк убегает, тогда самый толстый, который... Так дело в том, что они все равно наносят урон в всей комнате. Почему все это? Там рейндж у них вроде должен быть. Я как-то давно, не так давно, на той неделе в десятке был, я хилом был, я стоял далеко от цели танка, но урон проходил по всем в хилботе. У нас два ханта, блядь, кинуть ловушки на замедление и залить его ей, это вообще вполне реально. Какой там бумаг есть? У нас шипы есть, который может просто туда эту херню свою кинуть и пускай она всех бьет. Че, давайте фулбаф. А че, рыбу? Рыбу кто-то подъел, да? Так, вперед. Пропало, может, то, что ты не вижу ее? Может, кончилось. А я успел поесть. Успел поесть. Я на последний кусок ел. Она, правда, пахла, там лучше новую поешь. Да, нормально. Тебе пойдет, да? Конечно. А ты случайно не нежить? Случайно разбойник. Ну и нежить. Тебе вообще без разницы, какой есть. Бах, даже вообще не есть. Давайте чек. Забегаем дружно, в звездочку, все сразу бежим. Только кулак, киньте кто и все, блядь. Фиг. Блядь, да куда вы поломились-то? Все готовы, давайте. Все готовы, не бежим. Сидите, не кулак, все разбойник. Все бежим, кулак. Быстрее бежим. Ребята, все. Кулак, разбойник. Го-го-го-го, во, молодцы. Вот разбойник и кулак, блядь, где там? Спотти, спотти, разбойник и кулак дай. Слышишь? Он нет, пошел, все, лейте. Они как бы сами к нам идти будут, поэтому просто заливайте их так. РДД, ваши скелеты. Иванша. Кто? Роме, как дела? Стойте по делу, все туда, не банши. Сами. Беса, беса, верните, куда бес погнал?
Какой бес? Куда-то разбежался. Ставьте на пассивы петов и ебучих своих. Собак. Только в центре. Мак, убери, блядь. Бери элементарь свой, не давай его никогда, блядь, вообще. Силу хватку, если прожмешь, не жми больше элементарь. Итого 4 уже поганище. Да. Считай он, если считаешь, начал, то считай. Банша летит, РДД. Заливайте баншу. Пятый. Ты поганище, за ним скелет. Блядь, веди. Идите ближе, куда вы там бьетесь уже на полпути? Далеко из центра. Да скелета вы бейте, сзади бежит. Еще один скелет там же. Вы даже не видите вообще РДД. Давайте я вам буду осить скелетов, короче. Скелет до печенки. Скелет до печенки. Что это будет проще? Ландшафт слева. Ландшафт слева. Ты про банши говоришь. Массы скелетов заливаем. Может, поганище тягрит 3 штуки, если, блядь, нужно вам. Так, да, куда вы так торопитесь? Еще 2 минуты счастья. Хотя да, 6 же вышел, еще 2 минуты. Не спать. Итого же 9. Этих они так придут. 5. Предельщица и сам. Ванша слева. Скелет за спиной, еще один, 2 скелета. Еще один скелет за печенки. Ханты, киньте. Нет, скелет идет, киньте туда эту свою. По ушку. Иную хуйню. Лечи. О, ничего. 2 скелета, 3 скелета. Со всех сторон сзади скелеты идут. 4 скелеты. 2 скелета зажив. Масса, быстрее, там скелеты пошли. Массу быстрее, скилл. Отлично. 12-й, вот это 15-й идут. Три скелета. Когда босс станет активным, когда босс дрожды добиваем, свечимся больше. Банда нахуй летит. Солдаты. У нас уже нет, еще 2 там, блядь, буквально даже. Солдат пустошь. 17. А, взрывается только скелет. Солдаты тоже взрываются, так что осторожно. Все, все, это последний. Масса, миллион быстрее. Если убьем его. Все, РДД. Скелеты идут, скелеты, ребята. Придирщица, РДД набирай. Все, РДД добивает. Все, я на босса иду сразу. Давай. Набирайте рейндж. Рейндж набирайте, вторая фаза. Ванша вышла. Ванша, убить надо, слева ванша. Кастер залейте, чем мы будем бегать. Держите рейндж друг от друга. На бомбе отходит. ДК там. Не, не стоит таймер. Я постараюсь, если что, анонс. Расщелина тьмы, вот колодец красный, это шли от него. Все, от босса, все от босса. Все, фу, бомба, да? Это был колодец, бомба и что-то еще есть. Гроб. Рост, если есть, дайте рост. Надо, рано еще, блядь. А чего вы так спешите сразу? На бастарде мана бомба, ну это РПАУ не так страшно. А холи палос там сами жестко, да? Я так пал и шам. В основном на этих, на РДД, у кого большой запас. Подбегаем от бомбы. Поздно. Сзади был, да? Это хуйня. Блядь, а кого прям хочет было? Там фрустболты, блядь, что там за касты? Наш на Локи монобомба. Поднимите, кто может резать. Поднимите споти тогда, там монорет. Уходи, шаман. Лери, да, потом споти. Или это приз был, не увидел я. Вон, я видел, дали БР от друида, не знаю. Колодец, красная хуйня. Кто там, чест? Кто это? Подняли, а, друид. Друид, подними разбойника.
Тотемчик, монобомба. Сразу захил. Вроде каску кулак сразу. Давайте каску кулак. Хорошо. Ой, ебафы, да. Стражи какие-то идут. Что за стражи, что делать? Лови надо. Это вот и будет трэш, который надо будет. На варе ледяной гроб. Ага, отходим от него. Все, ну он далеко стоял, молодец, повезло. По идее надо нам... О, это контроль. По ханту контроль. Поворот. Что это? Контроль, да, он, смотрите, друиды, почему? Вой, всех убил. Ну, сорян, ловим, ребят. ловим, жуков ловим. Ты где ты танчишь их? В одну кучу ловите их. Уф, чё-то. Ловим, чё, блядь, за демона. Из-под мири убежали. Убежали, уже убежали. Так, танки, которые держат трэш, вы под боссом не надо находиться, то загородите все, и ничего не видно будет. Давай рост уже, чё? Потому что... Мана-бомба на Шекторсе. На Честере бомба. Честере. Есть у кого рост еще, Белл, есть? Ну-ка, скилл свой прожали быстренько, там, ДД давайте. Мини-зона, ледяные гробы. Ебать, ну, Роми, что это так? Хиливайтесь нормально. В смысле, что? Да, блять, торпедирование, подводная лодка. Почему запуск торпеды, блядь? Бежать надо было, смели. Добивается. Работает ДБМ. У меня ДБМ вообще не работает. Не на лодке. Давай, 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 добиваем, от чего будет. У меня тут чего-то, блядь, ДБМ не работает вообще. То есть на некоторых боссах работает, на этом вообще не работает. Мне тоже, его настроил. Получили. Жуки по домам красивые. Нормально, всем спасибо. ДК отдельное спасибо. О, защита одноручная. Круто. Ну кому самое, топор минотанка нужен, сила выносливости. Я бы взял на трансмут себе разбойника. Блин, мне на мейн. Мейн, если я заберу, я тебе отдам. Все, на троне скриншоты. Рясуйте, блядь. Ну ты чё, очередь? Давай ДК. Вот, делаем скриншоты, блядь, для истории. Лекарь забрал. Прист, дай, пожалуйста, топор паладина. Отойдите, чё вы встали-то? Некрасиво получается. Дайте топор на танк, сука. Кто забрал? Прист забрал. Попроси у него. Дайте, пожалуйста, паладину топор. Лекарь, дашь топорик? А то у меня вообще пушка 200. Говно полное. Давай, убегай оттуда, я войд. Режьте своих. А это ты фото, да, там Войт великий ужасный, бил всех там, уничтожал. Так, чё, Честер, надо их срочно пойти, потому что... Ну что, дал он тебе? Молодец. У вас кто-нибудь пойдет в ИГ здесь, 25-ку? Я сейчас, у меня до магазина, слышишь? Ну я через собираю, минуту. Короче, я тебе место... Через 10... Оп, уже крыс пойдет, а у меня квест. Плати. Дали пушку. Отдал? Одет. Я не отдал пушку танковскую. А он... Пожалуйста. Впереди я пока все буду собирать. Есть такие уёбки, которые все забирают себе продать. Сюда ты походу... Да не, подожди. Да. Может быть, отдаст. Возможно, вышел. Нет, он онлайн. Да, он молчит.